Я в ГИ. Я пришел в ГИ, да. Мы же в халатах боремся. Больше всего меня радует на тренировках, когда Тимур опаздывает. По старой итальянской, кажется, традиции, прощаемся со старыми ненужными вещами, но употребляем их в наших, так сказать, образовательных целях. Мы рвем друг на друге в процессе борьбы.
самбо работает против девочек, и то, если Саша хватает их за юбки. Будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной, любимой Родины. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2023 годом!